Всем привет, друзья мои хорошие! У вас было такое состояние, когда-нибудь вы просыпаетесь, да, думаете, что солнышко, день такой хороший, столько дел делаешь, а тут вдруг запрет, нельзя туда выходить, нельзя сюда выходить, а так хочется погулять. Но вообще, если честно признаюсь, такого сильного желания погулять нет. Может, пока я еще не проснулась, смотрю, цветочки мои еще не пустили корешки. Смотрите, мне дала соседка вот этот цветочек. И вот не появились корешки, пускай поставит водички. Я очень рада, что вам мой массаж понравился, а также то прикольное видео. У меня такой бардак и хаос творится, посмотрите. Это вот зимнее время, вот так, ну, не получается. Вот ветер подул, упал графин. Зима в Мерсине, она полна неожиданностей. То ветры, то еще что-нибудь. Я о чем бы хотела с вами поговорить, что вылетело из головы. Да, насчет массажа лица. Я еще научилась. Некоторых практик мне пока посоветовали мои подписчицы. Пару блогеров, которые занимаются именно лицом, красотой, правильным питанием. И я сейчас упорно смотрю за этим. Каждый день делаю массаж. Я утром делаю, вечером. На днях пойду к моему стилисту, колористу. Олечке, она со мной что-нибудь придумает. Да, волосы выросли так заметно, да. И хорошо, что она так меня покрасила, что не так страшно. Она же вуальное окрашивание у меня было. Вуальное. И маникюр тоже скоро сделаю. Ногти мешают такие длинные, но их же не отрежешь ничего. Все, скоро приведу себя в порядок. Ну, конечно, хочется, чтобы побыстрее было. Пришло лето, весна. Но я думаю, что у меня лицо подтянулось. И после просмотров видео я поняла, что нужно работать и с мышцами лица. Не только с кожей лица, кожу, а с мышцами. И делаю специальные такие упражнения. Потом тоже покажу. И вот языком работаю. Таким методом работаю. И это все в другом видео. Сейчас я пойду себе, значит, сделаю сок рефруктовый, прополис, естественно, с утра. И субботний день, что-то хочется такое, не знаю, что хочется, как лучи солнца падают. Кухня у меня бардак, ну не знаю я, друзья мои, постоянно нам надо что-то убирать. Вот вчера я возился на кухне, что-то там убрал, что-то там в ванной с унитазом возился, у нас бачок, что-то проблема была. Ну вот, все перевернуто, хотя он очень чистоплотный у меня. Так, ну что, буду готовить себе кофе, буду готовить себе сок и позавтракаю. Я сейчас на правильном питании, и надо кушать много раз по чуть-чуть. Güzel güzel. İçerinde çilek, çilek var. Evet. Ye yese güzel. Ama dişini ısıramadı. Nerin sonra ayıp dişini ısıramadı. Dişini sağdan giydi. Benim kombadan var. Aşkım ne nasılsın? Çok şükür iyi. Nerede sen kaybettin? Çalışıyorsun. Evet ben de. Adacığın annesi babası hafta sonu. O küçük. Evde. Bu küçük mü? Hafta içi küçük kızımla çok güzel. Nasıl geçiyor? Она смотрит за ребенком, работу нашла. Ашкин, бирасе, ищи кач, ищи кагинджи. Мой муж как любит детей, сразу оживляется. Ага, играют они. Смотрит ребенка, ухаживает. А соседка ее. Это ее соседка. Наверху живет.
Pirinçli. O büyüdü, abi oldu. O ilk geldi bize. İlk ilk geldi. Ha. Serap bir kere gelmişti. Hiç çocuğumuz yok şu anda. Sarayla bir kısmet olmadı. Hep diyorduk hiç şey yapamıyorduk. Benim arkadaş sana bir hediye gönderdi. Çok memnun oldum. Çikolat olabilir, çikolat. Ben hediyeyi çok seviyorum. Podarki. Evet, pazartesi günü gelecek düşünüyorum. Özleyeyim adam. Teşekkür ediyorum. Ama seni... Yeter, ben de herkesi seviyorum. Yengemi izleyen herkesi, destekleyen herkesi çok seviyorum. Videoları izledikleri için. Всех благодарит очень. Довольна, девочка. Ай, я ваш, душми. Не, был. Bunları bir yer bulamadım. Dün akşam onu düşünüyorum, tamam mı? Güzel bu. Diyorum şuraya koydum bir tane. Aşkım koyduk güzel. Bir tanesini de diyorum. Yengem güzel dekorasyon eder. Evet. Çok evi ben beğeniyorum. Bütün odaları çok güzel dekorasyon ediyor. Evet, çok güzel yapıyor. Yani nereye hangi eşya uygun? Yengem onu biliyor mesela. Bir tablo nerede? Видите, как она меня хвалит, что я всё знаю. Çiçekleri çok güzel. Evet. Yengemin tarzını beğeniyorum. Evet, aşkım benimsin, evet. Aşkım, sen ne demek istiyorsun? Ben de diyorum ki şunu bir yer bulalım. Bu televizyonun yanlarına. Hayır aşkım, bu güzel böyle. Ben bu geçen burada koyduk güzel değilim. Hatırlamıyorsan bu iyi. Televizyonu ama şey yapıyor ya. Kapatıyor. Aşkım sana eksik televizyon. Короче, думаем, куда что поставить, ama. Всем привет, друзья мои. С вами я, Светлана Ата. Сегодняшний влог начинается у меня так. Сделала я массаж на лице, намазала масло, затем крем. И сейчас приступаю к приготовлению завтрака. В воскресенье, ограничения, выходить нельзя. И сегодня будет такой полный у меня расслабон. Буду заниматься своими делами. Покажу, что я приготовила на завтрак мне и что готовлю мужу. Вот, мои хорошие, что я сегодня себе приготовила. Отварила домашнее яйцо. Пашот называется. И чай. Вот такой у меня сегодня завтрак. Здесь готовое хачапури. Сейчас я его отправлю в духовку. А это я подготовлю сейчас, замариную. И сделаю вечером мангал куриный. После моего вебинара, где прозрение, можно так сказать, я и до этого все осознала, насколько жизнь прекрасна. Сейчас радуюсь каждому пустяку. Турецкий чай очень вкусный. Ну, я, например, могу выпить вот 2-3 чашечки. Остальное. Ашкем пьет по 5, по 6, пока не допьет все. Они помешаны на этом чае. Вчера пришла Узлим. Так она с ума сходит за чаем. Ни кофе не хочет, ничего. Я как-то равнодушно отношусь к этому. Завтракаю вместе с вами. Вернулась я к своим каждодневным влогам. Жизнь в карантине такая интересная, правильно? Что еще покажу? Чем мы занимаемся? Как отдыхаем, что кушаем? А что у нас еще здесь есть? Какие мероприятия. Каждый вечером занимается своими делами. Ашкам телевизор смотрит. А я занимаюсь своим бизнесом. Ютубом. Нашли свое призвание. Кстати, сегодня надо повесить картину в моем кабинете. Эту красивую красотку. Сегодня читала такую информацию в интернете, что население Южного Судана пьет коровью мочу и умывается, и волосы моет, вообще все тело коровьей мочой.
были такие даже фотографии, где корова писает, и этот мужчина подставляет голову. А для чего они так делают? У них такой вот, кажется, таким самым стильным, статным мужчиной тот, у кого рыжие волосы, рыжий цвет волос. И коровья моча со временем надо 2-3 раза в день мыть в течение недели, и волосы становятся рыжими. Завидный жених. А также они пьют мочу коровью. Как это делают? Не в прямом смысле пьют, а оказывается, они добавляют в йогурт. То есть йогурт, когда они готовят из коровьего молока, он у них становится таким кислым, все. И 150 грамм на литр йогурта добавляют мочу коровью. И она становится более такой, не кислой, такой хороший насыщенный вкус. Я не знаю, как можно это кушать. Вы представляете, коровью мочу с йогуртом. Но люди как-то живут. И население Южного Судана, у них тело все в шрамах, делают какие-то татуировки именно на, женщины на лице. И я посмотрела, что они какие-то зубы чистят белым известью, кажется. В общем, как живут, я не представляю. Но каждый привыкает ко всему, вы сами понимаете. Вот такие вот я сегодня вычитала новости. Очень интересно, не так ли, узнать, как живут люди в других странах. А мы еще недовольны своей жизнью. Когда у нас все есть, и вода из крана, из-под крана, и все. Надо радоваться, поэтому говорю, каждому моменту, то, что вы встали, то, что вы идете, то, что вы ходите, вы должны ценить каждый момент своей жизни. И Боженька, Бог и Вселенная вам дадут еще больше. Если вы встанете, будете ныть каждый день, вот и проплачете всю свою жизнь. Светлана начала вести психологические влоги. Может, интересно будет для вас. Насчет вакцинации в Турции, что хочу сказать. Очень много подписчиц присылает мне видео на тему вакцинации, что там... Сейчас не буду информацию давать, чтобы меня не забанили и не было никаких жалоб. Что хочу сказать, что говорят, что это не нужно делать. Сейчас хорошо, через какое-то время это все отразится не так. Ну, а многие мои друзья и подписчицы уже привиты и чувствуют себя отлично. И даже в Турции у меня знакомые есть, которые тоже хотят сделать прививку себе, ждут своей очереди. Мой муж настаивает, но я в сомнении, не знаю, что мне делать. Не знаю даже, что делать, какое решение принять, но я боюсь, я аллергичная. Вот многие говорят, что у меня ботокс. Ну какой ботокс, когда у меня не ботокс? Я делаю каждый день упражнения для лица. Научу вас тоже некоторым действиям после моего видео о массаже. Мне прислали там ссылки на другие каналы, миллионники, очень хорошие каналы и очень хорошие советы. Я оттуда взяла 2 комплекса и добавила к своим упражнениям. И думаю, через месяц будет еще лучший результат. Это тренер-преподаватель сказала, что когда у нее за 40 наступил возраст, то она, ей косметолог сказал, давай нити. Но она говорит, нет, какие нити? И начала изучать эту науку и массаж. И выглядит сейчас очень хорошо. Я тоже хочу так же выглядеть хорошо. Нет, сейчас буду будить мужа и буду кормить его. Сейчас я вам расскажу, как я готовлю соус, для чего. Для маринования. Йогурт, все на глаз. Столовая ложка перцовой пасты томатной. Соль я положила, добавила. Черный перец, красный перец, самое главное. Вот кикик такой, по-турецки кикик, тимьян. Он дает такой, придает аромат, обалдеть. И еще я решила добавить лимон. Вкус не испортит, правильно? Лимон я так полюбила в Турции, в Батуми. Я только чай с лимоном пила. И теперь
хорошенько помешаю. Вот такая вот курочка у меня получилась. Сейчас я накрою пищевой пленкой и спрячу в холодильник, можно, пускай стоит до вечера. А этот рецепт мне научил мой баба Джим. Кстати, привет всем от моих родителей, от наших родителей. Они передают огромный вам привет. Едят, греются возле печки дровяной. А Немчик готовит ему разный ужин. Ни с кем не общаются, ждут вакцинации, когда очередь дойдет до них. Так, а здесь хачапурка. Уже чуть-чуть осталось. Ой. Хачапурка скоро будет готова. Сейчас смажу ее сверху маслицем и буду давать Ашке ему завтракать. Хачапури готовая, посмотрите, с маслицем. Красота какая! Солнышко такое вышло. Кстати, меня спрашивали, какой номер помады я вот купила. Смотрите. 11 номер, бриллиант шайн. Вот так выглядит помада. Сейчас я ее открою. Вот такой у нее оттенок, очень красивый. Вот так, наверное, да? Посмотрите, какой красивый ужин я сегодня приготовила. Курочка на мангале, посмотрите, какая вкусная. На салатик. Ашкым не дождется уже. А Дашки там, хат. А чё, качик ты, Ашкым? Ашкым смотрит... Смотрите, какая красивая у нас картина. Смотрим матч. Приятного нам аппетита, друзья мои. Друзья мои, некоторые пишут, что у меня порванный свитер. Поменяйте его. Это не порванный, это такой фасон. Ну как же порванный, скажите. Посмотрите, я вам покажу. Специально. Связанный. Вы видите? Так, и сзади тот же самый, такой же узор. Так что у меня старый свитерок, а новый. Пошли мы ужинать.